Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я сделаю обзор на косметологический набор Наоми. Данный набор предназначен для косметологических процедур по уходу за лицом прямо на дому. С помощью этого набора вы сможете произвести массаж лица, улучшить приток крови, простимулировать обновление клеток кожи, уменьшить морщины и придать коже упругость и свежий вид, нанести питательный крем или тональную основу безупречно ровно, посредством скрабинга очистить кожу лица, а также избавить от черных точек. В набор входит прибор база, 4 насадки, контейнер для хранения. Итак, друзья, вот сам набор. Такой вот он небольшой. Такого вот синего цвета. Красиво написано здесь вот Наоми. Еще что-то. Я пользуюсь им периодично. Такая вот красота. Тут 4 насадки. Такие 4 насадки. Сам этот прибор база. У него несколько режимов работы. Это вот одна функция. Это вторая функция. Это третья функция. Вот. Очень удобно держать в руке. Такой вообще красивый наборчик сам по себе. Мне очень нравится. Пользуюсь уже где-то 2 года. Вот. У кого черные точки на лице или прыщи, советую приобрести этот набор. Думаю, вам очень понравится. Как-то так вот. Итак, какие же здесь конкретно насадки? Так, какие же здесь насадки? Вот эта насадка. Вот эта вот насадка называется нейлоновая насадка-кисточка. Предназначена для очищения кожи, стимуляции кровообращения и деликатного массажа, а также отслушивания ороговевших клеток. Вот такая вот замечательная насадочка. Сейчас мы ее назад. Следующая насадка идет спонж. Такая вот насадочка. Но я ей как-то вот не пользовался, в принципе, с этой вот насадочкой. Предназначена для нанесения на кожу питательных кремов и тональной основой. Вот. Так, следующая насадка. Вот эта вот идет. Неудобно держать камеру и таскивать насадки. Массажно-силиконовая насадка. Предназначена для глубокого массажа кожи лица, который способствует разглаживанию морщин. Эта насадка я тоже не пользовался совсем, как и спонжем. Ну, как-то вот так получилось, вот я ими не пользовался. Следующая насадка. Силиконовая насадка-щеточка. Предназначена для глубокого массажа с очищением пор, а также для устранения черных точек и генерации клеточного роста. Вот этой насадкой, вот этой насадкой я пользовался и пользуюсь очень часто. Сейчас я вам покажу силиконовую насадку-щеточка в работе, как она работает. Итак, друзья, я нанес на лицо скраб. Сейчас надену вот эту вот шикарную щеточку на базу и покажу, как работает
силиконовая насадка. Так, ну, давайте начнем. Итак, друзья, я включил Наоми. И сейчас вот начну чистить свое лицо. Вот так вот прикладываем. И она начинает работать абсолютно нежно. И аккуратно. Вот так вот чищу лицо. Когда оно у меня начинает загрязняться, включаю вот такой шикарный прибор и чищу. Как я уже сказал, у кого прыщи, черные точки, вот, пожалуйста, приобретайте и пользуйтесь на здоровье. После такой процедуры наносим питательную маску или крем дневной. И все шикарно. Жизнь продолжается. Вот. Вот так вот вводим по всему лицу. А и скрабируем. Я пробовал включать Наоми при пилинге. Мне не понравилось. Вот. Поэтому, кто пользуется пилингом, лучше Наоми не пользоваться. Ну, потому что это будет неэффективно. Мне не понравилось. Вот с крабом, пожалуйста. Очень даже хорошо. У меня, правда, батарейки уже сели, поэтому, возможно, так еще сейчас слабенько она мне вот работает. А вообще, мне вообще нравится, супер. Как-то так, друзья. Ну, в общем, в принципе, все. Ну, в общем, как-то так вот. Сейчас это все смою. Нанесу крем. Питательный какой-нибудь. Все. Так что пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Вот что-то такое у меня случилось. Вот, нормально теперь. Все, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Оно будет очень скоро. Всех люблю, целую. Пока-пока.